Здравствуйте. Приехала посылочка. Нежданно, негаданно, нигде не трекалась. Что удивительно, дошла почта из Сингапура за 15 дней, столь напряженный период. Звонок с почты 3 числа. Здравствуйте. Пришла посылка. Какая посылка? Что за посылка? Нигде не трекается ничего. Прихожу, смотрю коробка. Думаю, телефоны все получил. Открываю. Автоаксессуары. Вспоминаю, заказывал себе видеорегистратор для себя. Ну что, посмотрим, что прислали. Пришло вот в такой картонной коробке. Почта из Сингапура, повторюсь. Нигде не трекнулось, почему, не знаю. Или китаец не заплатил за номер слежения. Обычно это стоит у них доллар. Может, сэкономил, не знаю. Короче говоря, трек-номер дали, но он не трекался. Так, запаковано очень аккуратно. Замотано вот в такую бульбажную пленочку. Решил себе на Новый год сделать подарок. Посмотрим, что за видеорегистратор. Потом сделаю на него тест, покажу вам. Так. Вот такой видеорегистратор GS8L Full HD разрешение. Правда, неправда, не могу ничего сказать. С большим сенсорным экраном, насколько я помню, я заказывал. На удивление, даже коробка не помята, хотя сейчас пик на почте. Так, что уходит по ссылочку? Крепление на стекло с присоской. Да, слава богу, поворотное. Потому что бесповоротно очень неудобно. Так, дальше. Непосредственно сам регистратор. Вот такой он. Ну так он будет крепиться. Так. Не знаю, батарейка, наверное, в нем встроенная. Опа. Неаккуратное движение, сори. Дальше. Зарядная к машине. В розетку. Это непосредственно питание видеорегистратора. Вот так. HDMI вход. Это, насколько я понимаю, светодиоды, подсветка в ночное время. Так. Сам кабель HDMI для передачи данных. Вот такой USB-шный кабель. И мануальчик, на написано мануал руководства, должно быть и на русском, видите. Так что можно будет почитать на досуге, изучить. Попробуем включить его. Не знаю, правда, как это делать, никогда в жизни его не включал. Так, кнопка питания сбоку. Ну, видно, разряжен. Поэтому поставлю его на подзарядочку. И потом вам отпишусь. Сниму на него полностью видео. Проведу тест на своей машине.
Так что вот такой подарочек нежданно-негаданно получил на Новый год. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.